Так криво, да? Да нифига нормально. Всем огромный привет. У нас сегодня мукбанг челлендж. Кто быстрее сожрет лапшу из нас, получит соточку. Но если я сожру я, соточка останется при мне. Если Настя, то ей останется. Ты с чем? С мазиком, да? Она с мазиком, я со сметаной, и у нас сосиска. Ну чё, давай, погнали. А чё я-то должна сидеть? Такая умная. Да нет, нас не видно, Настя, ну что это за фигня? Сосиска. Уже давится. Нифига у тебя хлебница. Два раза ела до этого. Блин, грудь оставила. Ну, уже мясо будет соска достанется. Ну ладно, я сдамся, что. Ешь, ешь. Еще и ложками такую длинную херачит. А ты невкусно переешь. Все, что было съедено. Ты знаешь, там приправа невкусная лежит. А ты дай. Как ты так, блин, сосала все? Как пылесос. За 3 минуты. Вкусно, наверное, было, да? Ты мазик-то вообще ложила. Еще и сосисон запихала, капец. О май гад. Потом не подходи ко мне, чтобы я кушать его. Нет, сегодня все. Хватит жрать на сегодня. Вы просили больше видео с Настей. Она согласна сниматься со мной почаще. Я тебе еще не дала! Она согласна сниматься, тебя не видно. Почаще. Ей понравились ваши комментарии. Она попробует, завтра она едет на пати. Да, дочь? Наверное. А что, уже наверное-то, почему? Блять, уже со рта все льется. Ну, потому что девочки две заболели, и разрешат ли ему родители, я не знаю. Просто просят снять немножечко видео с вашего пати. Так я в любом случае буду снимать. Что ты чё, там два танцпола, караоке, бильярд, ты чё? Ну, по-любому сними, потом мне скинешь. Снимай в формате вот в таком, не так вот, а вот так. Чтобы на YouTube было можно выложить. Ну чё, дочь выиграла, чё, она сожрала быстрее меня, точнее всосала эту лапшу. Поздравляю. Купи себе 2 чупа-чупса. 2 чупа-чупса? Сдачу принесёшь. Фигушки. Спасибо всем. Пока-пока, ребят. Пока.